Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с директором школы номер 2 имени Пронина Натальей Шариной, начальником территориального управления и представителем родительской общественности проверили готовность учреждения к новому учебному году. Инспекция состоялась в рамках реализации проекта «Новая школа». В ходе приемки осмотрели классы, столовую, спортзал, санузлы и территорию. По результатам никаких нарушений не обнаружено, учреждение полностью готово к новому учебному году.